А это Челябинск, чугунный Куршавель нашей отчизны. Челябинские мужчины настолько суровые, что набивают подушки железной стружкой. Именно здесь, на турболитейном заводе номер 69, работает Иван Дулин, первый в мире фрезеровщик с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Здравствуйте, господа разные, дельные, праздные! Молодые, старые! Полные сухопары! Москвичи, которые без регистрации! Цыгане, евреи, другие нации! Вы что, из Костромы, что ли? Нет, мы из Костромы и из других городов. Да, наш купец из Костромы. Вы партнеры наши новые? Да, ну так проходите, садитесь, чего вы? Присаживайтесь, присаживайтесь. Старые, а мы люди не гордые, постоим. На своем настоим. Ну хорошо, как знаете. Подойдем к столу, постоим тут на полу. Ну слушаю вас, слушаю. А вы пешком ушли, молодого мешке несли. Подождите, что-то я вас не понимаю. Ну день-то сегодня какой? Какой сегодня день? Какой сегодня день? Какой сегодня день? А вот какой! А у нас и нуля! Ясный!